вони настануть. Вітаю! Український кризовий медіа-центр розпочинає обговорення електронне врядування, український та естонський досвід. Вчора Естонія святкувала День Незалежності, і ми сердечно вітаємо наших щирих естонських друзів, інноваційну незалежну Естонію з Днем Незалежності. А Україна сьогодні має визначний день, 25 лютого, ми відзначаємо 150-річчя з дня народження геніальної письменниці Лесі Українки. І Український кризовий медіа-центр, наше міжнародне обговорення присвячує цій великій євроінтеграторці 20-го століття. Ми будемо сьогодні сфокусовані на локальному досвіді електронного врядування Естонії і України. І сподіваюся, що ми зможемо розповісти про досягнення України, а також подивитися на себе зі сторони через естонську призму і через процеси, які відбуваються в Європі. Шановні колеги, наш захід сьогодні організований Українським кризовим медіа-центром спільно з Естонським центром Східного партнерства, а також за підтримки фонду Emerging Donors Challenge, Міністерства закордонних справ Естонії та програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність добре». Всі, хто сьогодні за нами слідкують, можуть задавати свої запитання у соціальних мережах під трансляцією, а це Facebook-сторінки програми «Добре», «Децентралізація», «Український кризовий медіа-центр», а також на YouTube-каналі «Українського кризового медіа-центру» трансляція відбувається як українською, так і англійською мовами. Ну, а представники засобів масової інформації, які сьогодні у нас присутні в прес-центрі, зможуть задавати питання до наших спікерів вже наживо. Ми сьогодні запросили до нас прес-центр Катерину Борисенку. Катерина – керівниця департаменту досліджень та розробки громадської організації Social Boost. Ця організація є партнером програми USAID Добре. Максим Хоружевський – головний спеціаліст відділу цифрової трансформації Софіївської громади Дніпропетровської області. З нами на онлайн-зв'язку наші естонські партнери Кирило Крабу, голова правління Крабу Груп Талін Естонія, та Анна-Марія Хунт, аналітикиня IT-служби канцелярії міста Пярну Естонія. І я, Ірина Малик, координаторка комунікації децентралізації програми «Добре». Катерино, ми почнемо з вас. Ви допомагаєте, ви, ваша громадська організація Social Boost, допомагаєте цифровізуватися об'єднаним територіальним громадам України. Розкажіть про цей досвід Social Boost загалом, і що вдається громадам, на вашу думку, і що не зовсім вдається? Раз, два, три. Дякую, Ірина. Доброго дня, колеги. Вітаю вас. Катерина Борисенка. Вибачте мій акцент, будь ласка. І презентацію, якщо можна. Так. Ось, Social Boost – це громадська така імпакт-тек-організація, і ми займаємося проектами в сфері електронного врядування, електронної демократії та допомагаємо українським містам і громадам бути ближче до людей, до мешканців за допомогою IT-сервісів. Мабуть, найбільш відомий наш проект – це платформа «Громадський проект» для організації автоматизації бюджетів участі. І ми будемо говорити сьогодні і про електронну партнерство, партиципацію і не тільки. Ми також маємо інкубатор 1991. Це проєкт, який допомагає стартапам в сфері відкритих даних та соціально значимих проєктів. І ми є партнерами Добре, і вже 4 роки ми з громадами Добре, це 100 громад України, у 10 областях впроваджуємо електронні інструменти. Є у нас окремий IT-компонент – і є наші громади дуже різні. Дуже різні громади на дуже різному стартовому рівні. І ось ми приходимо, говоримо, будемо ми робити з вами сайти, електронні сервіси, і ми чекаємо реакцію. Так? І зараз ми фінішуємо наші роботи з першої, другої, третьої когорти. Наприклад, Софіївська громада і Максим, наш, мабуть, кращий партнер з розвитку електронних сервісів для громад. І ми маємо статистики та певні результати. Коли маленька громада, три хутора на річці Чорний Черемош, це Білобірійська громада, одна з найменших по населенню громад, має дуже сучасний сайт і має бюджет участі повністю автоматизований. Це Франківщина. Так.
Ми базуємось на певних принципах, і коли ми говоримо про демократію та прозорість, ми в першу чергу говоримо про безпеку даних. Це те питання, яке дуже важливо нам у той політики країни в смартфоні, так, яку будує зараз держава. Із безпеки даних треба починати. Тому ми дуже довго іноді будуємо наші сервіси, щоб всі ці моменти були враховані. І тільки далі можна говорити про прозорість даних, так, коли будь-яка громада може, наприклад, на своєму сайті опублічувати дані про тендери, про закупівлі, про бюджет, зрозумілою для людей мовою, так, тому що прозорість – це не тільки купа даних, яку ми вивалили на сайт два роки тому, і це такий успіх. Ні, це не успіх. Успіх, коли мешканці можуть ці дані переварити і засвоїти, так. І тільки потім ми можемо говорити про залученість, про якусь там електронну демократію і про співучасть мешканців у життя громаді, про ті петиції, про ті звернення, про той громадський бюджет, який дуже на слуху зараз. І якщо ми говоримо про електронну демократію, так, великий успіх України, 27 місце у списку країн, тільки з нашою системою працюють більш ніж 100 громад та міст. Так, від дуже великих міст, наприклад, Києву ми робили систему по громадському бюджету, і до ось цих малесеньких сільських громад. Так, і бюджет участі – це не такий хайп 16-го року, як ми починали і думали, а зараз це дуже великий процес, в якому є багатий досвід і в сфері тек також. Наша платформа хмарне середовище, яку може будь-яка грома добра і будь-яка грома України встановити, автоматизувати цей процес. І декілька статистик по ньому. Колеги, будь ласка, щось у мене не працює. 60% жінки в партисипації, автори проєктів, голосуючі за проєкти. Тобто тут гендерна рівність і гендерне питання дуже краще представлено, більш активно, ніж наші жінки в життя громад. Так? І якщо ми говоримо про вік, то 36-65 років, мабуть, це найбільш активні категорії мешканців, які залучаються до процесів електронної демократії. І це означає, що їх не лякає ні банк ID, ні електронний цифровий підпис, ні нове програмне забезпечення, яке вони використовують для участі в цих процесах. Зараз уже ні будь-яку громаду не хвилює слово електронно-цифровий підпис, так? І це великий крок за 5 років, що ми пройшли з громадами. Так, по результатам. Дуже важливий показник – це доля реалізованих проєктів. Я не буду зупинятися на тому, що таке бюджет участі, мабуть, всі знають, так? І, мабуть, зрозуміло, що якщо ви реалізуєте дуже добре проєкти цього року, то в наступному році буде більш проєктів. Є громади, у яких рівень реалізації більш, ніж у великих міст, більш, ніж у Львова, у Дніпра. Ось наша Присіважська громада 100% реалізує. 100% реалізованих проєктів, так? Галицинівська, Мерефіанська громади. Ну, а далі там далі вже ніж середнє, в середньому по Україні 83% реалізації по проєктам. По кількості голосуючих та залучених дуже великий показник по Україні у цілому. Наприклад, у Парижі це 5%, в Україні у середньому 10%, в громадах добре, ось до 30% мешканців беруть участь у таких процесах. Ми говоримо про громадський бюджет, тому що це найбільш популярний інструмент та механізм. Так? Наприклад, до петицій долучаються дуже маленький відсоток, але ж по бюджету участі кожна третя людина в громаді не полінилася і пішла голосувати
чи пішла голосувати в ЦНАП, чи пішла вона голосувати на платформу, але ж це таки наша переможенька. Ось, наша платформа виглядає так. Ми постійно її розвиваємо, це зрозуміло, це бекапи, звітність, ідентифікація, архівація даних. Ми вважаємо, що це таке мінімальний гігієнічний рівень для сучасних платформ, і ми не будемо на цьому зупинятися. Інші інструменти електронної демократії в громадах також представлені. Звернення, петиції, обговорення – це є додатково і не однім громадським бюджетом, а електронна демократія наша повниться. Але ж, наприклад, обговорення – це дуже цікавий інструмент, коли ми розміщуємо проєкт нормативного документу на сайті громади, і будь-який мешканець може коментувати, лайкати, дізлайкати, і такі діалоги можуть вестися. Але ж, рівень залученості у ці процеси дуже низький, тому що нема піару на будь-якому рівні. Ні на рівні громади, ні на рівні держави обговорення повинні бути, але ж ніхто не використовує. Ми вас закликаємо бути більш активними і там, де вони є, і у великих містах вони з'являються, приймати участь у тому, що потім буде нашою нормативкою нам з цим жити. І всі ці додатки повинні так згрупуватися на єдиному вікні, що є дотиком входу до громади. І це сайт, офіційний сайт громади. Якщо ви, я хочу так, от ось цей слайд. Якщо ви бачили сайти сільських громад, мабуть, ви уявляєте собі, що більшість з них зараз є. Дуже велика кількість інформації. 46 підрозділів ми на минулому тижні насчитали з одної у громад на сайті, мабуть, Чернігівська була область. Герби, колосся, калина, прапори, все це у нас є символіки, все це картиночки з кінця 90-х. І ми з громадами добре створили нову платформу, яка допомагає їм зараз розвивати свої сучасні сайти. Ось там з лівої сторони у нас сайт «Як було», так, як було на початку добре, і як є зараз, так, плоска графіка, сучасний дизайн, плитка, як у Windows, так, і якісь дуже цікаві показники діяльності громади на ліпшому місці. Що було раніше? Звернення голови, фотографія голови, зверненню 2 роки. І кожен тиждень людина заходить на сайт, і це звернення голови знає наїзусть. Ось, із цим ми роботаємо і працюємо до сих пір, і створюємо з громадами ці нові додатки, тому що це наша платформа, вона так от такий як App Store локальний для громади, і вони самі вирішують, які модулі вони хочуть використовувати. Комусь потрібні петиції, комусь ще дуже рано, так? Комусь потрібний там економічний профіль, тому що блок економічних даних – це важливо для залучення інвесторів. Кожна громада хоче інвесторів, партнерів, розвиток економіки, але ж, що ми бачили? Дуже довга історія громади, і там такий дуже довгий текст про досягнення. Зараз ми маємо економічні розділи з проектами на карті, з картками, з фільтрами, з графіками та діаграмами по економічному становищу нашої громади. І якщо якась громада нас слухає і не працює з нами, економічний розділ – дуже важлива інформація, і вона повинна подаватися у сучасних форматах інфографік, а не презентація, яку ви робили для демонстрації, і далі на сайт вивішуєте так, що неможливо зчитати дуже малесенький шрифт. Ось, із важливого. Досвід у цифрах. У нас небагато громад, зараз 56 громад працює з платформою і співпрацює з її розвитком. Але ж ми дуже сподіваємося, що наша та
та подібні рішення будуть впроваджуватися в громадах. Тому що одній громаді дуже важко та дуже дорого розробляти свій сайт на там якомусь WordPress, так? І це буде індивідуальна розробка. Так, вона індивідуальна, вона підлаштовується, але ж якщо кожна громада буде, буде гроші платників податків на це направляти, це буде нам всім дуже дорого. А такі рішення, такі рішення конструктори, вони допомагають всім зробити це дешевше та скоріше. Тому ось ми з 100 громадами добре працюємо в цьому напрямку. І ще одна цікава річ про наші громади, про те, як на самом ділі це дуже, дуже високий рівень. Електронне опитування. У Добре є такий компонент по якості послуг, і для цього компоненту був запит на будування електронного додатка для планшетів, щоб проводити опитування door-to-door, тобі ж опитування домогосподарств і без на території, де немає інтернету. І ми створили цей додаток, це Добре питання, і 75 громад беруть волонтерів, беруть планшети і ходять по домогосподарствам, проводять це опитування раз на рік, щоб відслідкувати динаміку задоволеності послугами. Сільські громади з планшетами виконують електронне опитування. Я вважаю, що це також дуже цікава та інноваційна практика, яка може дати свої плоди, тому що це великий крок до такого систематичного планування і стратегування в громадах. І якщо будуть гарні стратегії та пов'язані між собою, та IT-стратегія як додаток до загальної стратегії розвитку, це буде вже дуже такий осознаний крок. Я буду на цьому завершувати. Я дуже вдячна громадам Добре за те, що працюють з нами, і ми на цьому шляху, мабуть, ще дуже багато років у нас є робота з нашими громадами. Катя, дякую. Так. У нас будуть два запитання, але вже пізніше, після всіх спікерів, ми повернемося ще до вас. А зараз переходимо до Максима. Максим, перед тим, як почнете розповідати про досвід Софіївки, скажіть, ви змогли сьогодні потрапити в Український дім, де в нас проходить захід за електронним паспортом з дії? Ну, якщо чесно, не довелося показувати, тільки з паперу. Ясно, не змогли перевірити, чи це працює. Добре, тоді розкажіть нам, як же працюють сервіси в Софіївській громаді? Доброго дня. Я з Софіївської громади. Це така, знаєте, невеличка середньостатистична сільська, ну, вірніше, селищна громада в Україні на Дніпропетровщині поблизу Кривого Рогу. І ми досить такі, знаєте, по рейтингу Мінрегіону ми ота золота середина громад в Україні. І коли ми почали, коли ми об'єдналися, коли ми попали в програму Добре, ми почали розвивати IT-інструменти. Найперше, це був інший проект по програмі Юліт, але знову ж таки, ми почали використовувати реєстри тергромади, тому що без реєстрів неможливо взагалі нічого розуміти, що відбувається. Ти навіть не знаєш, що в тебе є в громаді, коли ти його не систематизуєш. Ми впровадили реєстр адрес, який відкриває очі на реальний стан, вроді в селі всі всіх знають. Але, знову ж таки, на одній вулиці в селі три одинакових номера будинку і три права власності в людини, ну, в трьох різних людей. На документах вони виходять одинаковий адрес. І такі, ці реєстри допомагають виявляти такі ситуації, виправляти їх. А реєстр мешканців дозволяє взагалі розуміти, ну, хто ж живе поруч з тобою і для кого все це робиться. І ми побачили реальний стан демографії в громаді, тому що ота статистика, яка формується там Держстатом, ну, досить, вона знову ж таки збирається від громад, а громади як ото сиділи, подивились на стелю, ага, давайте таку цифру подамо, і подали. А тут
ми бачимо реальний стан, реальний розріз населення. Там на тій вулиці живе скільки-то мешканців, на тій вулиці живе більше мешканців. Знову ж таки, бачимо, куди більше спрямовувати ресурси для того, щоб охопити більше населення і тому подібне. Всі ці реєстри ми використовуємо хмарні технології, тому що ну, в громаді немає таких ресурсів для того, щоб тримати IT-спеціалістів. Навіть просто в сільській місцевості знайти IT-спеціаліста дуже важко. І коли ми використовуємо хмарні технології, вони дозволяють зекономити ресурси і отримувати гарну технічну підтримку. Знову ж таки, по програмі «Добре», ми, як вже говорила Катерина, ми отримали сайт на платформі «Досвід», який дозволив підняти на новий рівень комунікації в громаді. Тому що, ну, якщо взяти так, 2 роки назад, у нас в громаді була лише одна газета районна, яку, ну, не знаю, більш так пенсійного віку люди читали, а так взагалі не знали, що відбувається в громаді. Тобто про якісь заходи дізнавалися від сусідів, чи там хтось комусь щось сказав. Як то кажуть, працювало BBC, бабуся бабусі сказала. Тому ми запровадили сайт, і цей сайт не тільки дозволив комунікувати з мешканцями, а дозволив використовувати інструменти, які дозволяють інформувати населення дуже якісним матеріалом. Тобто в нас є петиції, електронні інструменти, в нас є звернення, які ще не досить на високому рівні користуються, але популяризація їх піднімається постійно. Ми використовуємо бюджет участі, який те, що ми налагодили дуже класну комунікацію в соціальних мережах з мешканцями. Тому що сайт сайтом, але дуже багато сидять в соціальних мережах. І дуже зручно з людьми так комунікувати. У нас населення близько 12 тисяч, а підписників ми маємо 2,5 тисячі. І охоплення допису там сягало там 14 тисяч охоплення. І дуже просто з людьми комунікувати, тому що тут немає ніяких рамок, немає цієї бюрократії і тому подібне. І люди будь-яку свою думку висловлюють в цих соціальних мережах. І ми намагаємось не залишати будь-який коментар осторонь і завжди відповідати на нього. Знову ж таки, ми використовуємо не тільки Facebook, ми використовуємо і Instagram, тому що більш молодше покоління користується Instagram. І також інформуємо населення про ті події, про ті всі заходи, що відбувається, що у нас будується і тому подібне. Наш Ютуб, нещодавно ми провели фестиваль «Різдвяна зірка» на платформі Ютуб, який зібрав 200 тисяч переглядів, і ми потрапили в Книгу рекордів України навіть. І наша громада, ну, грубо кажучи, 5 чоловік займалося цим фестивалем, знімали, монтували, все це близько тисячі учасників у нас було з 18 областей, 100 команд, які прийняли участь у нашому фестивалі і популяризували ці різдвяні вертепи. Бюджет участі – це, знаєте, це отой інструмент, який дозволяє активізувати мешканців. Тому що ми, коли тільки розпочинали все це, питалися, ну як же ж людей активізувати, а щоб вони не жили, там моя хата з краю, нічого не знаю. І цей бюджет участі, знаєте, показав у нас дуже такі цікаві результати. Після першого циклу в нас прийняло участь близько 3 тисяч населення і вони, знаєте, дуже багато було суперечок між тим, що центральне наше селище 7 тисяч населення, а села там по 500 чоловік, як же ж конкурувати? І, знаєте, показало те, що села дуже класно згуртовуються між собою. У нас село, яке виграло 2 проекти перший рік, зібрало 500 підписів –
Це буквально там кожен житель села проголосував за бюджет участі, і вони прибігли до нас, кажуть, у нас люди в селі кончились, у нас вже нема кому голосувати. І вони потім йшли наше в центральне, в сусідні села, пропонували людям, агітували знову ж таки, і вони отримали перемогу. І потім вони почали реалізовувати ці проекти. Вони побачили, як всі ці процеси відбуваються, що не так просто, що той дитячий майданчик побудувати, там треба купу паперів, купу бюрократії оцю пройти, щоб досягти результату. І знову ж таки, мешканці своїми силами, своїми руками встановлювали той майданчик. Вони приймали, тому що проект 50 тисяч, вони хочуть якомога більше купити матеріалів, щоб власними силами потім уже зекономити і побудувати його самому, встановити ті майданчики. І тепер вони бережуть це майно. Вони охороняють його самі, тому що ну, самі ж зробили, для наших дітей зробили. І це дуже класно працює. Не тільки в нашому в одному селі, це тепер побачили інші. Тепер постійно-постійно наш бюджет участі розширюється і наша, так сказати, аудиторія збільшується. Знову ж таки, про якісні дані. В нас, як я говорив, статистика дуже там в плачевному стані. І коли ми почали намагатися знайти реальні дані, нам по знову ж таки, по програмі «Юліт з Європою» в рамках проєкту «Є рішення для громад» ми змогли отримати економічний профайл громади. Це такий профайл, який збирає дані з різних державних там, і інших реєстрів і збирає їх в одному місці. І коли це, знаєте, таке для службового використання інформація, яка там дозволяє розуміти, скільки ж у вас підприємців, скільки той підприємець має майна, скільки землі в того чи іншого фермера, скільки в нього людей оформлено і працює. І це дуже дає нові можливості для, знову ж таки, і наповнення бюджету, і приймати більш якісні рішення, тому що ми володіємо більш якіснішою інформацією. Наші найближчі плани по цифровізації, ми намагаємося, знаєте, цифровізувати всі процеси, які відбуваються в громаді, перевести в цифру. Найближчі плани – це в нас гаряча лінія, яка буде безкоштовна для мешканців, щоб вони могли звернутися з будь-якого питання і отримати відповідь. І знаєте, такі от речі не потребують додаткових фінансових вкладень від громади. Ми використовували там на традиційну телефонію, використовували ті 2 тисячі гривень в місяць, що ми перейшли на IP-телефонію, та тепер маємо хмарну АТС, там різні функції додаткові. Там, наче це, якщо так подумати, звучить, що це вже минулий вік та IP-телефонії, але для громади в сільській місцевості, там де телефони взагалі повирізали і тому подібне, а мобільний зв'язок не скрізь працює, то ці технології не потребують додаткових затрат, але ми більш якісніше починаємо надавати послуги для мешканців. Що там? Наступний наш великий крок – це автоматизація обліку податків. Тому що це плата за оренду за землю, там земельні податки – це дуже великий відсоток від надходжень в громаду. І коли ми автоматизуємо це, ми вже там працюємо над інтеграцією, знову ж таки, з нашим реєстром мешканців, щоб для кожного мешканця можна було внести його майно, яким він володіє, і землі і тому подібне. І для того, щоб це автоматично нараховувалось йому цей податок, отримав людина смс-ку, що там тобі потрібно сплатити там енну суму за твою земельну ділянку, тобі потрібно сплатити там ще якийсь податок і тому подібне. Тому що зараз все це відбувається, знаєте, амбарні книги, кого забули, кого не забули. Якщо забули, то й не заплатив податок, нічого страшного, як то кажуть. І дуже великі суми, якщо ми так підраховували, близько там 2 мільйонів у нас збільшаться податки, доходи. І тому це, знаєте, дуже суттєвий такий ресурс, який можна використати на розвиток громади.
Працюємо також над електронним документообігом, тому що це, знаєте, підвищує дуже ефективність самих процесів в громаді, в апараті ради, і тому що це досить такі, знаєте, дороговартісні продукти для впровадження, і вони не дають такого ефекту відразу. Але ми працюємо над цим, щоб більш ефективніше надавати послуги і тому подібне. Також працюємо над електронним голосуванням ради, тому що наші, знаєте, повноваження громад постійно розширюються, рішень з кожним днем все більше і більше. І для того, щоб всі ці процеси відбувалися прозоро максимально, ми будемо впроваджувати електронне голосування за допомогою планшетів, депутати будуть голосувати, все це буде прозоро. В нас ведеться зараз уже прямі трансляції сесійних засідань, і будь-який там мешканець може в коментарях задати питання, отримати відповідь. Буквально зараз, мабуть, в цей час у нас іде сесія, то можете зайти на наш сайт, подивитись, як це відбувається, тому що прямо зараз наші депутати голосують, і можна подивитись це наживо. То дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання для громад, колег, партнерів, звертайтеся, розповімо, поділимось досвідом, будемо працювати далі. Максим, дякую. Питання обов'язково будуть. І ми зараз переходимо до естонської частини і потім уже повернемося до запитань. Хочу запитати моїх колег, чи з нами на зв'язку Кирило Крамбу? І поки ми підключаємо пана Кирила, ну, мабуть, ні для кого не секрет, що естонці є лідерами в галузі електронного врядування в Європейському Союзі. Наскільки мені відомо, це вони могли досягнути завдяки ефективному законодавству, завдяки дуже доброму фінансуванню, можливостям. І в мене питання до Кирила. Він буде сьогодні говорити про преференції електронного врядування для місцевої влади на прикладі естонського досвіду і буде розповідати про електронну партиципацію. Кирило, ви з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Здравствуйте. Добрий день. Добрий день. І спасибі за запрошення взяти участь у сьогоднішньому заході. На жаль, я не дуже добре розмовляю українською, тому з вашого дозволу продовжу російською. Так. Кирил, хорошо. Кирил, ви будете зараз говорити на вашу тему, но скажите саме перше. Можна ли правильно буде, якщо я скажу, що вся комунікація між государством Естонії і її жителями відбувається в електронному виді? І вся комунікація між самоуправлінням і волостями, жителями городов теж відбувається в електронному виді. Или це не так? Розкажіть об этом. Да, это именно так, потому что, ну, на самом деле, я даже забыл, когда я последний раз куда-то ходил или какие-то бумаги подписывал, связанные там с эстонским е-государством или с местными самоуправлениями. Конечно, в этом процессе постоянно еще идут различные усовершенствования, но уже сейчас большинство жителей Эстонии голосует дигитально, подписывает документы дигитальные и участвует в различных мероприятиях, в том числе и следит за действиями власти, тоже при помощи электронных каналов. Вот у меня есть презентация, я могу об этом уже в деталях рассказать буквально прямо сейчас, если позволите. Пожалуйста. Можно ли поделиться экраном? Я не знаю, насколько это возможно. Сейчас я попробую. Так. Видно сейчас, что... Нет, пока нет. Очень интересно. Сейчас попробую снова. Вот порой бывает... Не все дигитальные решения бывают вот такими вот удачными. Так. Ну, давайте попробуем снова. Теперь, наверное, получилось. Так, Кирилл, есть. Отлично. Итак, давайте поговорим про решениях е-государства для местной власти в Эстонии. И не только. Начнем, в общем-то, немножко обо мне. Я занимаюсь как раз вопросами дигитализации фирмы, которую мы создали практически 10 лет назад. И нашими клиентами являются большинство эстонских государственных учреждений, министерств, местных самоуправлений. Мы принимали участие в разработке ряда крупных государственных инфосистем. Сейчас мы делаем тоже одну из самых главных эстонских систем, которая называется ESTIE. Но обо всем поподробнее чуть-чуть дальше. Начнем с того, что представляет собой Эстония. 1,3 миллиона. Это, наверное, как Житомирская область в Украине.
ID-карта является у нас основным документом с 2002 года, и у нас есть основные средства аутентификации: Smart-ID, Mobile-ID и ID-карта, собственно. И практически все жители Эстонии, больше 98%, пользуются этими каналами. То есть можно зайти в любое министерство, в любой регистр, в любое средство интеракции с государством через онлайн-каналы при помощи вот этих вот средств аутентификации. Кроме того, у нас есть также теперь e-резиденты, это последняя тенденция в эстонском обществе, то есть жители других стран, граждане других стран могут получить эстонское гражданство, условное гражданство, такое виртуальное, которое позволит им проще интерактировать с эстонским государством. Это нужно для того, чтобы не нужно было ездить сюда, например, там, подавать налоговые декларации, там, если открыть фирму, то какими-то действиями заниматься. Все это можно было бы делать виртуально, сидя в другой стране. Ну и по статистике, вот вы здесь видите 90-90-90%, то есть большинство пользуется постоянно интернетом, 99,6% банковских транзакций у нас постоянно дигитально выполняются. Только что заканчивается вот сейчас период декларации налогов, практически все декларируют онлайн, причем делается это за пару минут, я сам сделал это меньше, чем за минуту, например, недавно. Дигитальные рецепты, дигитальная медицина, все данные пересылаются между больницами без участия врача, без участия пациента, чтобы он там не бегал с какими-то папками, чтобы нигде ничего не терялось. И, конечно же, основа всего вот этого — это эстонское ноу-хау, которое на самом деле сейчас отчасти и в Украине внедряется. Это X-Road, или как мы ее называем, XT. Это такой вот слой обмена данными, который объединяет в себе децентрализованные сервисы различных эстонских государственных и местных учреждений. Единственное, чего в Эстонии нельзя сделать, не дигитально, это, собственно, жениться или выйти замуж, ну и развестись. Для этого все-таки нужно куда-то появиться, да, в ЗАГСе подтвердить свое согласие. Все остальное практически при помощи вот этого XT в Эстонии делается виртуально. Мы начали ее разрабатывать в 1998 году. Вообще дигитализация началась с восстановления независимости еще с 91-го, когда мы приняли решение как страна, что мы выберем свой путь современных технологий. Нам еще финны тогда хотели предложить аналоговые технологии для того, чтобы немножко, скажем, перевести наши там телефонные сети на какую-то более-менее новую платформу. Эстонцы сказали: нет, мы хотим отказаться от аналоговых решений и полностью перейти на цифру. Потом началась большая программа «Прыжок тигра», в ходе которой все население Эстонии подверглось, можно сказать, обучению, как пользоваться компьютерами. Я сам не участвовал еще ребенком, помню, в 90-х годах на площадях городов ставили большие такие компьютерные типа классов, да, под тентами, и все желающие могли заходить и своими руками попробовать что-то там поделать. И вот этот вот XT впоследствии, он в 2001 году он был внедрен, и к нему стали постепенно подключаться разные сервисы. И после этого был введен принцип «once only» на уровне закона, то есть данные, которые вводятся в регистры, которыми пользуется XT, должны вводиться только один раз и в том месте, где они появляются. Из разряда, если человек купил дом, то эти данные вводятся в регистр строительства, и XT или X-Road пользуются этими данными, только забирая их из этого регистра. То есть откуда-то еще нельзя еще добавить какие-то другие там данные, связанные с этим домом, потому что как бы иначе будет нарушен этот принцип. Кроме того, как я и говорил, Украина подобное решение внедряет. Это ваша знаменитая Трембита. Мы тоже много про нее слышали и вообще следим с замиранием сердца, как она у вас приживется. И если говорить о точке зрения гражданина или жителя Эстонии, то у нас есть такой портал esti.ee, ну или в переводе estonia.ee. Это дверь в электронное государство, собственно, для жителя. Вот мы как раз сейчас занимаемся разработкой новой итерации esti.ee. Мы вот в одном тендере приняли участие, и как бы мы делаем следующее поколение этого портала. Этот портал объединяет большинство сервисов. Не нужно идти на сайт министерства, на сайт еще какой-нибудь организации, получить права там, оформить больничный сям, зарегистрировать рождение ребенка, сменить место жительства. В общем, все это можно сделать, зайдя в этот портал с помощью вот своей ID-карты или Smart ID, и после этого уже вот через этот one-stop-shop, так называемый, взять и сделать необходимые действия. Кроме того, конечно, это можно сделать и отдельно в каждом министерстве, тут уже кому как удобнее. Ну и постоянное развитие сервисов и этого портала заключается в том, что мы сейчас
хотим, чтобы этот портал был доступен максимально удобно в качестве мобильного приложения. То есть все, что могло бы в Эстонии пользоваться для общения между гражданином и различными организациями, чтобы оно удобно помещалось просто в руке мобильники, чтобы можно было использовать современные методы аутентификации не только через какие-нибудь физические носители, а и через виртуальные. Местное самоуправление. В большинстве уездов, в большинстве городов, практически везде системы документооборота интегрированы с XT. Каждому принадлежит своя система документооборота, но они общаются через XT с государственными регистрами. Местные власти могут виртуально участвовать в собраниях, голосованиях. Для этого они тоже используют свои средства аутентификации, цифровые рабочие места, распределение прав и доступов в зависимости от того, на каком месте чиновник находится, электронные выборы. Вот у нас скоро будут выборы в местное самоуправление. Я думаю, что опять явка будет больше 40% виртуально, особенно с учетом коронакризиса. Сотрудничество с частным сектором, ну, это, как правило, либо тендеры, либо заказы на какие-то доработки имеющихся систем, потому что каждое местное самоуправление имеет полную свободу развивать у себя то, что оно хочет, то, что ему надо. В основном все фокусируются на программное обеспечение с открытым исходным кодом, потому что иначе возникает вендор-лок, и в таком случае платить за какие-то лицензии или за какие-то доработки, ну, это для государства оказывается, ну, как бы не самым подходящим вариантом. То есть проще разработать систему для себя, отдать ее в открытое пользование, и чтобы она уже просто приносила пользу обществу. Кроме того, вот это собственные разработки, о которых я и говорил. И последний тренд — это шеринговая экономика, когда местное самоуправление берут, скидываются все вместе и какую-то услугу для себя заказывают, потом все вместе ей пользуются и, кроме того, раздают, может быть, другим местным самоуправлениям, подключая их к этой системе. Как раз сейчас одну такую систему мы разрабатываем. Вот Анна-Мария Хунт после меня из Пиарна будет выступать. Я думаю, что, может быть, об этом тоже речь пойдет. Это портал событий, который мы разработали для одного местного самоуправления, для Сарема, и потом Пиарну тоже принял участие вот в этом проекте. Несколько примеров. Основа документа оборота в Эстонии — это система, которая называется Дельта. Больше 20 тысяч человек, 100 организаций. Система позволяет подписывать дигитально документы, назначать рабочие задачи, управлять ими. У каждой организации, в общем, эта система дает возможность свои какие-то задачи делать, и она дорабатывается постоянно в зависимости от потребности. Вот это то, что мы говорили про сотрудничество с частным сектором. Кому-то нужна дигитальная подпись, кому-то, ну, вернее, она сейчас нужна всем, а там кому-то нужно оформление отпусков, кого-то это в другой системе делается, у кого-то это делается как по какому-то другому шаблону. Все это дорабатывается в сотрудничестве. Кроме того, это централизованное решение, то есть сначала государство его создало, а потом просто дало в пользование всем желающим. И также система интегрирована с X-Road. Это значит, что данные, которые в нее вносятся, также X-Road берет оттуда и использует по своему усмотрению, но в то же время принцип once only соблюдается. И другие системы Delta, то есть если там, допустим, у Таллина своя Delta, у Пиарну своя, они могут между собой спокойно подружиться, и не нужно будет там пересылать какие-то документы с курьером там, или даже по электронной почте. Это все происходит внутри, в слое взаимодействия. И развернуть с нуля эту систему можно практически за месяц на любом языке, в любой стране, по большому счету, потому что она основана на свободном коде, и ее вот можно взять и использовать. Вопрос в настройке и в тех фичах, которые, может быть, надо будет доработать. Кроме того, система Wallis — это официальная жизнь местных самоуправлений онлайн, это регистр составов, там же заседания проводятся, можно голосовать, выбирать повестку дня, правовые акты, можно наблюдать за тем, как проходят эти голосования, там та же система прав доступа, та же самая интеграция с X-Road. И это облачное решение, ее можно также внедрить максимум за месяц, но обычно это происходит даже намного быстрее. Практически, ну, большинство эстонских самоуправлений у нас используют эту систему в качестве такого вот виртуального канала для проведения, скажем, местной власти. Еще один небольшой портал, который вот буквально завтра выйдет в лайв, мы только что его разработали, это портал Сюндмус, это так называемый, это портал событий и информации тоже для местных самоуправлений, и это хороший пример как раз шеринговой экономики, когда вот самоуправление, например, Сарема и Пиарну вдвоем решили взять и сделать для своих жителей такой вот местный портал местной жизни, который рассказывает о том, где что происходит, вот буквально за углом, с учетом различных там возрастных ограничений, там, платность или бесплатность, целевые группы, сфера деятельности.
И после того, как этот портал будет запущен, любое местное самоуправление в Эстонии сможет к нему присоединиться и точно так же использовать как свой портал. И, соответственно, если нужны какие-то доработки, если какие-то затраты есть, то все участники вот этого пула, они просто делят всю эту работу между собой и получают ее результаты тоже как бы себе. То есть можно пользоваться дополнительными модулями. Если кто-то заказал, все скинулись, в итоге все пользуются, ну, по необходимости. Из новых продуктов уже начинаются работы над вторыми итерациями вот указанных выше порталов, то есть Delta, Wallis. Есть портал для городских чиновников отдельно, то есть это для работников конкретных местных самоуправлений. Он сделан, кстати, на базе государственного портала. Есть портал для госчиновников. Город Таллин посмотрел на это, сказал, нам надо такой же. И на его основании сделал себе подобный же. То есть отпуска, обучение, согласование, какие-то документы, права доступа, все то же самое. Строится у нас, создается регистр объектов недвижимости на базе геоинфосистемы, где различные разрешения можно оформлять. Строится у нас также платформа для строительства, позволяющая детальные планировки и сами аспекты жизненного цикла здания отслеживать. То есть там, когда нужно обслуживание, какие техносистемы использоваться. В общем, все вплоть до демонтажа. То есть здание разрушилось, как бы запись ушла в архив. Система для местных самоуправлений по поддержке молодых людей, которые, скажем, где-то там поступились, да, на работу не пошли, в школу не вернулись. Программа ресоциализации тоже использует свою инфосистему, которая позволяет следить за этим путем и поддерживать молодого человека на его пути обратно в обществе. Государственное облако — это одна из последних таких тенденций. Это облачный сервис, в котором есть ряд приложений, и каждая организация может создать свое приложение, и там вопрос, кто хочет, тот ему пользуется. То есть это такая открытая абсолютно система, в которой все живут, как вот каждый по своему усмотрению, выбирая набор функций, которые ему нужны. Ну и новая модель управления инфосистемами местных самоуправлений, у нас сейчас ожидается только анализ этой инфосистемы, это еще одна среда, где будут сосредоточены все возможные варианты, как местное самоуправление может дигитализировать свою жизнь, и из этих вариантов местное самоуправление может просто выбрать что-то, там поставить галочки, скачать себе, установить, настроить и дальше без особых серьезных затрат влиться вот в эту e-среду, если еще это не сделано. С моей стороны все, я постарался уложиться в 15 минут, хотя тут разговор, конечно, на самом деле на несколько дней. Спасибо большое и буду рад присоединиться к дискуссии. Кирилл, спасибо большое. Мы продолжим наш разговор, уже послушав Анну Марию. Анна Мария, мы приглашаем вас присоединиться к нам. И хочу попросить вас говорить чуть-чуть медленнее, потому что у нас в студии происходит синхронный перевод не так энергично, чтобы мы могли обеспечить качество. Перевод. Анна Мария, вы с нами на связи? Здравствуйте. Здравствуйте. Анна Мария, я напоминаю, аналитик IT-службы местной канцелярии города Пярну. Это большая громада, большой город. Анна Мария, у вас больше 40 тысяч населения. Да? Расскажите, пожалуйста, о вашем опыте. Если можно, я бы тоже показала бы слайды. Пожалуйста. Видно, все есть. Сейчас, минутку. Какую вы видите? Электронные услуги в городском управлении города Пярну. Угу. То есть весь... Угу. Сейчас, секунду, переменяю немножко. Нет, сейчас неправильно вроде, да? Нет, сейчас неправильно, да. Все правильно, да? Частично, сейчас частичный слайд. Хорошо, сейчас я тогда обратно поставлю, тогда будет хорошо видно. Да, есть. Да, хорошо. Да. Я тогда начну. Наберу это окошко здесь. Значит, меня зовут Анна Мари, я работаю в городском управлении Пярну уже 3 года и занимаюсь инфосистемами и внедрениями новых систем в город Пярну. Немножко расскажу кратко о городе Пярну. Пярну является главным курортом Эстонии, побережье Балтийского моря. Население у нас на 1 января этого года было 51 334 человека. У нас один мэр и 4 вице-мэра.
и служащих у нас всего 189 человек. Значит, до 2018 года у нас была маленькая город Пярна, примерно 33 квадратных метра площади и 40 тысяч человек населения. После 2018 года нас слили с тремя другими городскими местными управлениями, и у нас площади больше 800, но человек больше, намного больше не стало, стало у нас 51 тысяча. И причина обращения к нам, что хотят от нас, значит, получить граждане? Они хотят от нас получать какие-то услуги, например, разрешение или финансовая помощь. Из разрешений можно сказать реклама, на строительство, организовать какое-то мероприятие, закрыть дорогу, копать там дорогу, ну, для этого закрыть. Или финансовая помощь, например, при рождении ребенка, какая-то социальная помощь, компания «Краски в город» для того, чтобы у нас город процветал, и поддержка культуры, спорта или кружки. У нас всего мы насчитали 180, более 180 разных общественных услуг, примерно 60 из них связаны с социальной сферой, и примерно 40 из них связаны с планировкой города и строительством. Значит, все документы, которые к нам поступают, мы регистрируем в системе управления документами. До этого Кирилл сказал, что Дельта в Эстонии очень многие пользуются, но каждое самое местное управление имеет выбор свою систему выбирать. И у нас для этого Амфора. Значит, все документы, которые к нам приходят, они там регистрируются, и там виден весь жизненный цикл документа. Так она выглядит, наша система управления. И, значит, в этом системе управления мы делаем регистрацию документов, мы ведем историю документа, сроки ответа на вопросы там видно, и автоматизация документов тоже возможна. Значит, как мы принимаем документы от разных граждан? Мы принимаем, конечно, на бумаге. Сейчас у нас в связи с ковидом не разрешается физически как бы приходить на место. И если кто хочет оставить документы на бумаге, они приходят у нас из почтового ящика, они бросают, значит, в почтовый ящик, и так получают наши сотрудники эти документы. У нас еще отдаленные места обращения, так как я до этого вам показывала эту карту, где мы слились с тремя другими местными управлениями, то в каждом есть пункт, где они могут туда на место прийти. Значит, еще у нас есть все бланкеты на домашней странице, которые все могут скачать, их, значит, все данные ввести туда, дигитальную подпись поставить и отправить нам на электронную почту. Еще у нас есть вариант, что человек сам как-то, не как-то, с помощью ID-карточки или мобильного телефона, или дигитального ID зайти на сайт и, значит, там все данные нам предоставить. Это, конечно, экономит для нас время и денег, и для нас, и для граждан, так как они не должны отправлять нам данные, которые у нас уже есть о этом человеке. И это не только приоритет для нас, но и также высокий приоритет на государственном уровне. Я вам показываю форму, как получить социальную помощь о рождении ребенка от города Пярна. Она хотя на эстонском, но я вам кратко расскажу, что здесь от мамы или папы требуется. Значит, как они это делают? У нас ID-карточка, она выглядит вот так. Надеюсь, вы когда-нибудь видели эту карточку. Можно связать с телефоном и мобильный ID через SIM-карточку или, значит, Smart ID. И когда человек входит в систему, он должен либо PIN-1, это как подтверждение личности, мы знаем, с кем мы имеем дело, или PIN-2, это когда он документ уже дигитально подписывает. И у нас город Пярну пришел к выводу, что если человек, значит, дигитально себя идентифицировал,
то мы уже не требуем дополнительную подпись от него, чтобы он нам документ прислал. Значит, что на этой форме мы видим? Он первый раз зашел сюда, он видит, кто это, то есть я как хочу получить социальную помощь. Я вижу, что я зашла, я вижу свое имя, свой идентификационный код. Я вбиваю себя сюда только свой идентификационный код своего ребенка, ставлю номер моего счета и имя мое автоматически сюда приходит. Еще я выбираю, хочу ли я прийти на место, чтобы мэр города нам подарок вручил и прийти, значит, на это мероприятие, или я не желаю этого и ничего не, как бы, все, что только хочу социальную помощь. И, значит, я ставлю, что отошли мои документы, и больше от меня ничего не требуется. То есть я не должна сюда еще раз вбивать, кем я являюсь, мамой или я папа, и данные моего мужа, кто мой ребенок, имя, фамилия, отчество, где живет, ничего не надо. Это мы все получаем по X-Road, который связан с регистром населения, откуда мы получаем все данные, так как здесь уже проверка идет. Я захожу, здесь видно, что я через свою ID-карточку зашла, значит, идет сразу сюда, то есть я сама это все начинаю, никто за меня это не делает, никто мои данные не проверяет, я сама смотрю их. Значит, сюда приходят автоматические данные, что является этот мой ребенок или нет. То есть и данные, где я живу. Потому что у нас социальная помощь при рождении ребенка выдается только тогда, если это граждане города Пярну. Если не граждане, тогда система сразу говорит, что вы не граждане города Пярну, к сожалению, у вас нет возможности у нас получить социальную помощь по рождению ребенка, но вы можете обратиться в свое местное управление. И, значит, когда это все вбиваю, автоматически происходит контроль, и если все в порядке, тогда мне переводятся деньги. Все наши эти бланкеты или инфосистемы, где можно какие-то сделать, значит, документы подать, у нас на домашних страницах. Я могу вам слайды потом все передать, чтобы у вас все было. Но я не буду много тратить времени. Я перейду на такие самые интересные примеры. Например, 5 лет назад у нас была такая карта всех планировок города. Здесь это как PDF, и здесь ничего невозможно разобрать, что здесь, как здесь, что здесь возможно сделать, сюда невозможно кликать и мышкой никак дополнительную информацию получить невозможно. Но мы перешли на электронную инфосистему. Так, я бы вам показала бы сейчас, только мне нужно поменять. Сейчас, минуту. Мне нужно поменять эту, что я вам показываю, да? Так. Потеряла, все. Ага, здесь. Стоп. Значит, так выглядит наша карта теперь. Я сейчас для... Вот она выглядела вот так. Видите сейчас, да? Да. То есть она выглядит так. Вот здесь вот у нас река идет к городу Пярну. И здесь у нас, значит, находится вал. Я перехожу сюда. Вот у нас река. И здесь у нас вал. Если я хочу дополнительную информацию узнать, что здесь было, я сюда, то есть... Ставлю мышку, и она мне дает все документы, которые мне нужно знать в связи с этим местом, если меня это интересует. Это один пример, то есть уже большой прыжок в будущее. И также, например, у нас есть кладбище, где я могу найти своих, например, родственников или своих, не знаю, друзей, или кто у меня там, бабушки, дедушки, может, или прабабушки, прадедушки. Эта вся информация открыта, то есть для этого не нужно даже логин сделать для того, чтобы эти данные видеть. Я ищу, значит,
Например, у меня в Анапиарну на кладбище похоронен мой старый дед. Значит, я могу его найти, я вбиваю его имя, ищу, где он находится, Арсений Лухт. Так, я вижу, могу здесь посмотреть имя, когда он похоронен, когда он родился, когда похоронен. Я могу увидеть на карте, где он именно. Если я, допустим, забыла, я, допустим, уеду за границу, через 10 лет вернусь обратно и не помню, куда идти, я могу по этой инфосистеме найти удачно, где он похоронен, зайти на карту и например, прийти цветы поставить. И фотография тоже есть здесь от этого кладбища, значит, где он похоронен, чтобы я видела, куда приходить. Так, и на этом я хочу закончить. Спасибо за прослушивание. Надеюсь, понравилось. Анна-Мария, это очень впечатляет, и мы сейчас сразу переходим к вопросам, потому что у нас было много здесь ремарок по ходу выступлений вашего, и Кирилла, и Кати, и Максима тоже. Коллеги, прошу вас задавать вопросы. Готовы? У нас есть вопрос социальных сетей, давайте с него начнем. С какими сложностями столкнулась Эстония при переходе на электронное управление? Можете по очереди, кому удобно. Анна-Мария, вы у нас сейчас на экране, давайте с вас, если вы готовы, если вы можете. И Кирилл. Я знаю, что переход на полное региональное управление у нас перешло в 2006 году. Это было уже более 15 лет назад. Я, к сожалению, не работала, еще слишком маленькая была, чтобы работать в городском управлении. Это пришло потому, что государство, так сказать, обязала, чтобы все местные управления перешли на электронное, значит, электронные все вот эти вот информации. И я знаю только тот опыт, который у меня 3 года назад, когда я пришла, у нас внедрили новые инфосистемы, которые связаны именно с тем, что человек может зайти в инфосистему, и он имеет доступ к своей истории, что он до этого городу Пярну отправлял. И с сотрудниками для меня была немножко такая вызов, не проблема, а вызов, скорее всего, что сотрудники не очень приветствовали вот эту систему, что зачем это нужно, у нас же работы будет меньше, что за нас будет все автоматизация делать, нас не нужно будет, нас сократят и так далее. Но на самом деле это не так, потому что никого не сократили за это время. И наоборот, у них из-за этой автоматизации у них появляется больше времени, чтобы обращать внимание на услуги и более как-то улучшать эти услуги и делать более удобные, доступные для народа и граждан. Спасибо. Кирилл, вы дополните? Да. Да, я надеюсь, что вы меня тоже слышите. Слышим. Но на самом деле, я помню, как мы переходили на цифровые решения еще в 90-х годах, да, когда Эстония взяла такую цель, что мы будем создавать вот это вот е-государство. Во-первых, с огромной проблемой, с которой мы столкнулись, это то, что люди не понимали, как пользоваться компьютерами. Некоторых нужно учить и сегодня. Но мы для этого запустили гигантскую программу «Прыжок тигра», охватывающую всю страну, я о ней уже рассказывал. Это было дремучие 90-е годы. Вот я еще, мне тогда было тоже там лет 16, нам раздали такие футболки, кепки. Мы там людям постарше сажали их за компьютер и говорили, а вот нажмите эту кнопку, а видите, вот так-то, а теперь вот это. И с этого все началось. Следующий шаг — это введение цифровых ID-документов, да, то есть вот эта вот ID-карта знаменитая наша. Очень многие противились, очень многие говорили, да зачем мне ваша эта самая ID-карта, у меня есть паспорт. Сейчас ID-карта в Эстонии является основным документом, паспорт — это так называемый рейсовый документ, документ для путешествий. Вот этот переход нужно было оформить каким-то образом максимально удобно для людей. И здесь государство в сотрудничестве с частным сектором пошло по очень интересному пути. Таким, что ли, евангелистом развития ID-карты в Эстонии стали банки. Банки стали внедрять вот это вот DigiID в свои системы. И это очень удобно, когда вместо того, что ты должен был пойти в контору банка, ты зашел в электронный банк, там посмотрел остаток счета, сделал какие-то перечисления, все это с помощью карточки, люди стали понимать, что ага,
Это имеет практическую ценность. После того, как появились банки, стали присоединяться другие сервисы, стали присоединяться другие, скажем, какие-то государственные услуги. Люди начали понимать, что с этой карточкой, значит, можно делать не только там вот просто носить и там махать ей как паспортом, да, а можно там куда-то войти и что-то сделать, существенно сэкономив время. И тут такая вот интересная статистика, что сейчас, благодаря внедрению вот этого X-Road в Эстонии, ежегодно экономится более 1000 лет по сравнению с тем, что было в 90-х годах. То есть все это время, которое люди тратили на дорогу, на какие-то там подписания документов, на прочие вещи, сейчас это вылилось в такую безумную экономию, которую просто взяли на себя системы. И вот это вот удобство, оно всегда было таким основным плюсом. Государство и частный сектор, они все время пытались подталкивать людей к этому, все время пытались предлагать какие-то еще дополнительные бонусы. И вот поломать эту психологию было сложно, но по мере того, как у людей стало появляться понимание, зачем это и что это тебе дает, постепенно началось переключение. Ну и понятное дело, что ну вот у меня сейчас даже мои родители, которым 70 лет, они пользуются Smart ID и картой, и я думаю, что даже в душе не помышляют пойти куда-то в банк что-то сделать. То есть набирается критическая масса, это самое сложное было ее набрать. После чего все эти услуги, да, они становятся чем-то естественным, и ты уже скорее, если ими не пользуешься, то твоя жизнь становится настолько сложной, что ты волей-неволей на них перейдешь. Кирилл, а у меня к вам еще вопрос. Скажите, какая взаимосвязь между децентрализацией в Эстонии, между этими процессами и электронным управлением? Есть ли она? Или это как параллельные процессы? Ну, это параллельные процессы. И в целом электронное управление, децентрализация – это часть этого электронного управления, потому что в любом случае все процессы отдаются туда, где они должны происходить. То есть нет такого, что есть какая-то большая база данных, которая отвечает за все. Нет, есть маленький тоненький слой XT или X-Road, как у нас в Эстонии, и все остальное отдано туда, где эти процессы происходят. Самоуправлением, министерством, департаментом и вплоть до того, вплоть до каждого отдельного гражданина, отдельного жителя страны, который является собственником всех своих данных, где бы они ни находились. То есть это такая часть перехода к вот этому самому электронному управлению. Без этого, я думаю, что без децентрализации мы имели бы одну гигантскую базу данных, которая в случае любой опасности на самом деле просто рушила бы все ее государство, и на этом бы благополучная история заканчивалась. Благодаря децентрализации в Эстонии, по сути, невозможно ничего сделать с е-государством, потому что даже если где-то что-то, какой-то момент будет скомпрометирован, вся остальная система выстоит. У нас бывали случаи, допустим, кибератак, по большому счету у нас никакие процессы в государстве не останавливались на время вот этих волн. Да? Ну, мы знаем, что иногда такое происходит в наших странах, когда наши правительства подвергаются каким-то таким киберштукам. Вот. И децентрализация – это как один из вариантов также для поддержания безопасности. Спасибо. Коллеги, есть вопрос? Представьтесь, пожалуйста, и микрофон. Игорь Шевченко, Винницкая область. У нас вопрос, наверное, комплексный. И будут задавать на русском языке, чтобы слышали и понимали нас в Эстонии. А вопрос, наверное, к Катерине и Максиму, потому что то, что я слышу, Эстония подошла к своей цифровизации, будем так говорить, с государственного уровня. То, что делается в Украине, да, у нас максимально поддерживается, новый президент, он об этом сообщил, работает очень мощно там Министерство трансформации, а то, что мы видим на уровне громады, то по сути создаются инструменты собственными усилиями, так как это понимается на уровне разработчиков, на уровне запроса громады. И не получится ли так, потому что мы вот чувствуем, что каждая громада сегодня, ну, не все занимаются этим, хотят, не знают как и так далее. И не получится ли, что к какому-то моменту подойдем, и все разработки, которые достаточно много сил потрачено будет, и финансов, и ресурсов, придется потом переделывать или брать решение, которое государство предложит. То есть как вот, вот это вот соединение сегодняшних аматорских усилий, я бы сказал, на местном уровне, потом соединить с государством. Мабуть, я відповім. Дивіться, я буквально вчора був
директораті регіональної цифровізації при Мінцифрі. І знаєте, ми сільська громада, десь там в Дніпропетровщині. І ми тісно співпрацюємо з Мінцифрою, нас чують, нас питають, і буквально ми постійно спілкуємось про те, що у нас працює, вони беруть кращі практики, вони в Мінцифрі впроваджують своє, в них є своє бачення, і воно абсолютно правильно. Буквально зараз іде форум Мінцифри по діджиталізації громад і регіонів. І тому, знаєте, зараз будується така тісна комунікація між громадами, навіть самими меншими, і міністерством для того, щоб будувати, як ви казали, не впусту використовувати ресурси, а щось спільно для того, щоб це все працювало на благо всієї країни. Катя, ви додасте, як місцеві проекти і сервіси так можуть бути релевантні до державної політики? Я доповню, ми почали все це з реформи децентралізації, коли у нас ще не було ні Міністерства цифрової інформації, ні цього курсу. Тому чекати когось було невозможно. І ми почали так, як тільки, як з'явились громади. І зараз, так, є задача, як все це зв'язати воєдино. Є таке поняття, як відкриті дані, як API і так далі. Да? І навіть, наприклад, того, що ми робимо, якщо, наприклад, є централизованная Прозоро, да, зачем мы будем это придумывать? Мы берем оттуда данные по API, слава богу, оно там есть, да, со сложностями, не без этого, да, и загружаем на сайты громад, то есть в эту сторону работаем. Если будет запрос у министерства и их каких-то решений на то, чтобы получать данные от местной власти, от местных сайтов, от местных сервисов, тоже будем передавать. То есть то вот как раз-таки развитие той самой Термбит или X.ro от нас должно к этому подтолкнуть. То есть это некий такой клей, который должен соединить решение. Если, например, будут меняться стандарты относительно локальных сайтов, я думаю, что разработчикам просто нужно будет адаптироваться под эти стандарты и по возможности принимать участие в их разработке, потому что опыт, накопленный с громадами, да, и вот когда мы реально ногами ездим в каждую громаду и спрашиваем, как там что работает, я надеюсь, что нашим министерством будет это учитываться при формировании общей политики и общих стандартов относительно сервисов громад. Ірина, колеги, наступне запитання. Поки ви думаєте, в нас запитання соціальних мереж є. Я його спочатку задам Катерині і Максиму. Межівська громада Людмила Кропив'янська запитує, які методи цифровізації для закладів культури громади? Давайте знову я. Дивіться, та ж сама цифровізація культури. Ми буквально, як я вже розповідав, провели онлайн-фестиваль вертепів. І знаєте, для цього не було потрібно використовувати фінансових ресурсів практично ніяких. Ми це все використовували на безкоштовних платформах, той же YouTube. І нас побачило 200 тисяч мешканців не тільки країни нашої, і ще й за кордоном, здається, там близько 15 країн нас побачили. І тому просто потрібно пробувати використовувати щось нове. І якщо брати так цифровізацію взагалі, у нас бібліотеки підходять до того, до навчання цифрової грамотності на тій же платформі «Дія цифрова освіта». Наші бібліотеки навіть в самому найменшому селі навчають жителів, як же ж користуватися цим. І підключаємо населені пункти, знову ж таки, віддалені, для того, щоб там у нас населення, здається, є село, в якому 80 чоловік населення, і його підключають до швидкісного оптоволоконного інтернету. Тобто і ці всі заклади культури, ті ж самі бібліотеки, клуби, вони, знаєте, в нас такі в майбутньому плани, що вони трансформуються в такі дозвілєві хаби, які будуть не тільки надавати культурні послуги, а і взагалі розвивати свою сферу і діджитал ту ж саму. Я технически дополню. Для какого-то культурного, грубо говоря, какой-то культурной организации, как минимум, первое, нужна посадка. Под посадкой мы понимаем либо лендинг-страницу, либо страница на общем сайте органов местного самоуправления, да, на сайте громады. То есть, если есть какая-то платформа для сайтов, то сделать по страничке для каждой библиотеки, для каждого клуба – это не проблема. И, первое – дать там актуальную информацию и иметь прямую ссылку. И второе – подключение социальных сетей. Когда мы говорим о культуре, это вот первый двигатель, да, тогда уже можно будет делать и страницы в соцсетях, да, и YouTube, и все что угодно, но важно, чтобы вот была эта посадка, которая в том числе даст ссылки на все эти
места присутствия, вот, и будет давать какие-то там контакты, режим работы, грубо говоря, что-то, если человек заинтересовался в соцсетях какой-то информацией, куда он может прийти и как он может с этим повзаимодействовать с этим предприятием. Спасибо, Кирилл. У вас есть советы для учреждений культуры с местного самоуправления по диджитализации? Какие интересные решения? В культуре, но и в целом. Вот тут предыдущий вопрос был, который связан как раз вот с тем, вот, что делается, как делается. Ну, я не знаю, мне, наверное, как-то, может быть, я буду более эмоциональным, но все же, ради бога, сделайте сначала анализ. Изучите возможности, посмотрите по сторонам, попробуйте, может быть, с кем-то еще провалидировать то, что вы собираетесь делать. У нас в Эстонии были очень и очень печальные случаи, когда мы там разрабатывали систему за миллионы просто евро, и в итоге зарулили не туда, и все эти работы пришлось выкинуть. Были большие скандалы, но сейчас мы переделываем эту же самую систему. И поэтому, ну, без анализа, без тщательного продумывания вообще того, что мы делаем, зачем мы делаем и как это в итоге будет использоваться, в итоге есть огромная опасность, что будет создана бессмысленная система, будут потрачены гигантские просто ресурсы, потому что любая система государственная — это очень большие деньги и много времени разработчиков. Поэтому вот этот первый шаг, он позволяет экономить последующие затраты, я бы сказал, просто в разы. И вот это самое важное, вот, на что мы всегда, допустим, давим, когда мы общаемся с местными эстонскими заказчиками. Но здесь уже более-менее вот все научены парой-тройкой таких печальных случаев. Ради бога, не повторяйте таких ошибок. Кирилл, спасибо. И продолжение. Вы задели вопрос о деньгах. Скажите, пожалуйста, как переходят на электронное управление или как диджитализировались маленькие общины, маленькие волости, у которых небольшие публичные деньги? Государственная поддержка, региональная поддержка или это все же публичные деньги местных советов? Ну, на самом деле, очень много разных вариантов есть, о которых я вот уже говорил. Некоторые волости или города могут между собой, скажем, в общую кассу какую-то организовать для какого-то проекта. Государство создает множество систем, которые впоследствии готово просто отдать в пользование с относительно небольшой настройкой. Есть ряд облачных сервисов. Вот я говорил про Дельту, например, Анна-Мария сказала про Амфору. Это два вида, два конкурирующих решения по документообороту в Эстонии на самом деле. И как бы внедрение каждой из них как бы стоит достаточно небольших денег, по сути, потому что сама система уже создана. То есть в это вносит вклад как государство, так и самоуправление могут либо там в складчину, либо кто побогаче заказать и дать другим попользоваться. Либо есть ряд предприятий, которые, понятное дело, если они видят какую-то нишу, они на эту нишу заходят и впоследствии предлагают, например, облачные решения с абонентской платой там, относительно невысокой. То есть есть ряд сервисов, которые стоят там сотню-другую евро, например, что, в принципе, по силам местному самоуправлению. То есть есть ряд различных вариантов, и дальше уже самоуправление само выбирает, какой из них оно выберет. Спасибо. Ну, Катя, у вас вопрос? Да, у меня был вопрос к Кириллу. Правильно я понимаю, что есть рынок проприетарных продуктов, то есть есть и продукты централизованные, да, скажем так, государственно, а есть частные разработки, которые могут конкурировать для местных советов? Да, само собой. Вот та же Амфора – это хороший, успешный пример, потому что это система документооборота, разработанная частным сектором, и которую они сейчас активно пытаются продавать и успешно продают, вот, например, пиарно используют. Дельта – это государственная система, которую государство разработало и отдало просто, скажем так, как open-source решение с открытым исходным кодом для пользования всем возможным. И, как вы видите, иногда Амфору внедрить оказывается выгоднее, чем настроить Дельту, потому что Дельта, она, скажем, такой большой кусок Java-системы, а Амфора — это, по большому счету, ну, я так понимаю, что тоже что-то типа облачного решения. А данные в X-Road, они тоже передают вот эти частные разработки? Да, к X-Road может подключиться любое частное решение. Для этого нужен так называемый сервер безопасности, что ли. То есть нужно у государства пройти сертификацию, что твои серверы соответствуют стандартам безопасности Эстонской Республики, что они способны общаться с X-Road по защищенным каналам. И после такой сертификации, в принципе, любое приложение получает доступ к X-Road.
Спасибо. Я хотела бы дополнить, можно? Да, пожалуйста. Получая доступ к X-Road, но это не значит, что они получают доступ ко всем данным. Ко всем данным, чтобы доступ получить, нужно с каждой институцией общаться отдельно. Например, чтобы получить данные из регистра населения, тогда это, скажем, фирма должна к регистру населения подать заявление, какие именно данные им нужно оттуда получить. И они должны очень хорошенечко обосновать, почему им нужно. Просто так данные не отдаются. Должно быть очень хорошее основание на это. Анна-Мария, спасибо, потому что у меня был вопрос, может, вы еще дополните, но вы уже частично на него ответили. Как же все-таки цифровизация влияет на безопасность, на чувство безопасности от человека? Хороший вопрос, я рада, что вы его задали. У нас все данные, которые проходят через X-Road, они видны для человека. То есть, допустим, если кто-то в самоуправлении про меня узнает какие-то данные, то я могу зайти в esti.ee и посмотреть, кто какие данные про меня смотрит. И я могу запросить эти данные, почему вы за меня смотрите, и могу привести их, как бы, ну, чтобы они так больше не делали, и могу, например, заявление в полицию дать, что такое, так нельзя. То есть я все вижу, что про меня смотрят. Например, у нас есть регистр местного недвижимости. И любой человек может посмотреть, кому принадлежит эта недвижимость. Допустим, у меня есть дом, и любой человек может посмотреть этот дом, адрес вбить и посмотреть, кому это принадлежит. Но для этого он должен зайти в систему, заплатить 1 евро, чтобы эти данные получить, если это частное лицо. И тогда я после этого увижу, кто смотрел мои данные, и могу уже к нему обратиться и сказать, почему ты смотришь мои данные. Спасибо вам большое. Колеги, є в нас ще запитання? Ну, у нас є тоді останнє запитання соціальних мереж. Воно глобальне, і, мабуть, ну, попрошу естонських наших колег на нього відповідати. Какие шаги технические, законодавчие, законодательные нужно сделать Украине, чтобы электронное управление проваживалось в Украине, внедрялось в Украине? Ну, наверное, это больше, давайте вот так сейчас перефразируем этот вопрос. И могли бы вы нам порекомендовать дорожную карту, как делала это Эстония и как сделать это, вот, как можно это делать в Украине? Я начну, можно. Если у нас в Эстонии это было так, что с уровня государства все начиналось, то есть государство было впереди, и местные управления шли сзади, то, например, в Финляндии удачный опыт наоборот. У них местные управления шли впереди, и государство идет сзади. То есть если у вас есть интерес, то советую обращаться и к финским местным управлением и на государственном уровне, как у них это все было сделано, как у них это очень удачно. Потому что не только Эстония очень продвижена в сервисах, но также и Финляндия тоже. Спасибо, Кирилл. Да, я, кстати, скажу с той стороны, что наша X-Road теперь пользуется же и Эстония, и Финляндия единой X-Road. Ну, относительно недавно произошла вот эта вот взаимная интеграция, так что теперь мы говорим об одном решении уже на две страны по обе стороны Финского залива. Но, в принципе, если говорить про какую-то дорожную карту, то, по большому счету, самое главное — это вовлечение всех заинтересованных групп. И здесь мы никуда просто не денемся от самого-самого-самого базового уровня, от людей, которым нужно объяснять, почему им это нужно, почему им это полезно. И вот эта вот борьба с первичным вот этим страхом отторжения, то есть, как правило, люди, ну, боятся всего нового, не хотят, зачем мне так удобно. Вот это, пожалуй, самая такая ключевая вещь для успеха дигитализации,
Потому что как только люди начинают садиться в эту лодку, чем больше начинается заинтересованных вот этих, которые любопытством уже пытаются пробовать те другие услуги, как только за ними начинают тянуться все остальными, дальше это уже просто дело техники. Ну, понятное дело, параллельно должны идти соответствующие законодательные изменения. То есть, ну, например, если в законе нет возможности приравнять цифровую подпись к обычной подписи, то сколько ты не ставь эти цифровые подписи, люди по-прежнему будут ходить с этими бумажками, с этой подписью. То же самое в остальных моментах. Нужно менять законодательство, если у вас еще это не сделано. Но поскольку у вас внедряется Трембита, я думаю, что над этим уже вы работаете так или иначе. И, соответственно, чем больше интереса, чем больше возможностей у людей, тем, соответственно, больше они к этому тянутся. У нас однажды вот было решено, что ID-карта теперь будет единственным главным документом, да, паспорт только для путешествий. Были люди, которые, скажем, были против, были люди, которые скептически к этому относились, но поскольку такое решение было принято и многими поддержано, мы сейчас имеем, что имеем, то есть успешное е-государство. То есть одно, с одной стороны, надо как бы подталкивать, с другой — тянуть, с третьей — заинтересовывать, и вот все это должно быть таким комплексным решением. Нельзя сказать, я, к сожалению, очень плохо знаю, что сейчас, какие конкретные шаги делаются в Украине для того, чтобы дигитализация стала всеобщей, поэтому я не могу прям такую расписать дорожную карту. Но вот это вовлечение вот в этом, скажем, комплексном решении, частный сектор, граждане, государство, местное самоуправление, где-то там еще какой-нибудь сервис дополнительный предложить, где-то какие-то вещи, может быть, на международном уровне. И вот когда эта сфера такая сложится, а у вас все будет очень даже хорошо, я думаю, что поскольку люди сейчас хотят в онлайн, люди хотят как можно больше делать всего, где-то не выходя из дома, особенно с учетом ковида, я не думаю, что это будет прям серьезной проблемой. Нужно просто подталкивать немножко тех, кто, может быть, сзади пытается. Спасибо, Кирилл. Катя Максимович, давайте останні ремарки. У нас є зауваження в соціальних мережах. Ярослава Базурина пише, що робити тим громадам, які не можуть собі дозволити придбати той же документообіг, як вирішувати от такі питання? Поради таким громадам? Ну, коллеги, во-первых, достаточно большое количество решений в Украине поддерживают сейчас донорские программы. И нужно смотреть и искать, какие есть возможности в этом направлении. Постоянно мониторить. Да, в программы берут по конкурсу, но для того, чтобы это случилось, нужно постоянно это мониторить, подаваться, смотреть. Большие и малые гранты, очень много программ, когда можно что-то получить как на какой-то период, хотя бы адаптационный, бесплатно. Вот. Во-вторых, посмотрим, что нам будет, и мы надеемся на то, что будут решения, которые будут предлагать Министерство цифровой трансформации. В-третьих, вот эта практика, о которой говорят наши коллеги из Эстонии, она может быть очень перспективна для Украины. Это практика шеринговой экономики и коллабораций. Но пока вот у меня нет таких примеров, мы наши города, как раз по тому продукту, который уже вышел из донорской опеки, мы как раз предлагаем им какие-то, вот нужен новый функционал, давайте мы все по чуть-чуть пошерим и сделаем решение вместе, да, потому что так всегда получается дешевле. Для этого нужны очень хорошие какие-то коллаборативные механизмы, горизонтальные, да, чтобы громады могли ассоциироваться вместе, чтобы наши ассоциации существовали не только на бумаге и на больших форумах, а еще какую-то ежедневную деятельность по взаимоотношениям между громадами проводили. Тогда это будет так. Плюс планирование заблаговременное этих затрат. Когда мы, например, говорим о бюджете участия в 500 тысяч, то для того, чтобы демократично, грамотно и точно распределить, необходимо запланировать какие-то там 5, например, процентов, да, на то, чтобы поставить информационную систему и провести промо-кампанию на фоне общего бюджета этого проекта. Это как бы нормальная совершенно доля. Вот, поэтому, как говорится, методы здесь тоже могут быть очень разные. Решений достаточно много, да, потому что даже там, не буду говорить за электронный документооборот, мы с ним пока не работаем, но даже, допустим, партисипативным бюджетом есть разные решения с разной уровнем сложности, ну и, как следствие, с разной стоимостью, поэтому тоже можно выбирать. Ну, дивіться, про все те, що я розповідав, наші успіхи, ми не витратили практично жодної копійки з місцевого бюджету. Це все було міжнародні гранти, програми, підтримка, які ми ефективно впроваджували на місцевому рівні. І, так як я казав, впровадження, ми, здається, в минулому році тільки почали на IT-продукти
50 тисяч, ми, здається, витратили. Це були на реєстри адрес мешканців і тому подібне. Зараз же ж ми до цього реєстру адрес додаємо облік податків та зборів, які дозволять нам збільшити надходження до бюджету практично на 2 мільйони. Тобто ми потратили 50 тисяч, а зможемо залучити практично 2 мільйони. Тому, знаєте, це більш таке про ефективність використання тої не тільки коштів, а й інформації, яка дозволяє збільшити надходження до бюджету і знову ж таки користуватися програмами, підтримками, які дозволяють безкоштовно. Ну і зараз держава працює досить потужно в цьому напрямку, яка буде постійно розробляти. Якщо це не частні продукти, то, як по принципу Естонії, буде державні продукти, які зможуть використовуватись на місцевому рівні. Дякую, Максим. Колеги, ми вичерпали наш час роботи. Величезне спасибі Катерині і Максиму, Кирилу Крабу і Анні Марії Хун з Естонії за ваш час і за ваш досвід. Колеги, дуже вам дякуємо і сподіваємося, що в Україні скоро все буде цифровізація.